Центробанк ограничил максимальный размер банковской комиссии в системе быстрых платежей для физических лиц. Переводы до 100 тысяч рублей теперь бесплатные. Если сумма перевода больше, то россиянам придется заплатить не менее 0,5%, но не более 1500 рублей. Такая мера предусмотрена, чтобы поддержать жителей страны во время пандемии коронавируса. Федеральная налоговая служба поможет малому и среднему бизнесу. С 1 мая ФНС запустил специальный сервис для выплаты субсидий в размере 1 МРОТ – 12 130 рублей на каждого сотрудника организации. На выплату смогут рассчитывать представители наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Главное условие для организации – сохранить численность рабочих мест не менее 90% от мартовского уровня. Определить, соответствует ли организации критериям для получения господдержки, уже можно на официальном сайте налоговой службы. Дачный сезон открыт. Садоводческий общественный транспорт возобновляет работу. От Парка Победы до станции Сокольники трамвай номер 107 отправляется в путь каждую среду, пятницу и по выходным. Начало движения маршрута от конечной станции Парк Победы в 8 утра. Последний рейс от станции Сокольники в 17:45. Интервал движения 15 минут.